Микрорайон Центральный, в котором мы находимся, достаточно молодой микрорайон, который активно развивается. Большое количество новых дорог, открытые МЦД-4, которая связала нас с Москвой и делала жителей более подвижными. Строятся муниципальные объекты, такие как детские школы и сады. Мы проговорили о развитии города, поговорили о насущных проблемах, которые затрагивают каждого из нас.